В первый день фестиваля слушатели насладились музыкой великих русских композиторов Рахманинова и Глазунова в исполнении Волгоградского академического симфонического оркестра. Это настоящий праздник для любителей классики. Высокая заявка фестиваля – передать дух значимого события и величие русской музыки, которая прошла через века и не утратила своей миссии, состоялась. Соло на рояле в исполнении лауреата международных конкурсов Юрия Фаворина стало открытием Дней музыки. Вся палитра музыкального послания и тонкие переживания, и сердечный восторг, и грандиозность успеха. Зритель услышал, почувствовал и пропустил это все через себя. Музыка, которая прошла через века, да, и через океаны перепрыгнула, это уже само по себе достойно уважения. Ну и, соответственно, стало каким-то навигатором для многих, да, то есть музыкальных деятелей. Ну и, соответственно, для меня тоже. У меня в любом случае музыка Рахманинова, там, Чайковского, она ассоциируется именно с каким-то русским восприятием вот всего. То есть, если послушать других, иностранных исполнителей, вот именно вот такого какого-то задатка нет. То есть такого посыла нет. Вот послушайте там тех же самых там немецких там композиторов, да, французских, там, английских, без разницы, вообще каких у них нет, такого вот именно эмоционального посыла. Во втором отделении концерта прозвучала музыка Глазунова и также не оставила равнодушных. В следующие дни фестиваля на этой сцене выступят именитые музыканты России и зарубежья, будущие звезды, студенты музыкальных отделений Волгограда и музыкальных школ региона. Зрителей ждет поистине прекрасное общение. Не случайно фестиваль «День музыки» поддержан Министерством культуры России и Московской государственной академической филармонией. У нас очень много ярких имен. Вот 8 числа к нам приедет итальянский певец, французская певица. То есть здесь будет такая музыкальная феерия. Вот, будет звучать орган, будут звучать совершенно разные композиторы, совершенно разная музыкальная стилистика. Будут и пианисты, будут и скрипачи. То есть будут выступать и наши артисты, которыми мы гордимся. Альберт Шмаев, например, прекрасный скрипач. Сегодня открытие, и мы выбрали программу русской музыки, потому что это, опять же, две поэмы о России. Имена Глазунова и Рахманинова не надо представлять. Они давно стали уже, что называется, послами русской культуры в мире. У каждого разная судьба. Они составляли вот этот культурный центр России того времени. И в 20 веке тоже стали знаковыми фигурами, послами культуры. Шедевры композиторов России, Германии, Австрии, Франции, Италии и США будут исполнены на нескольких площадках города. В концертном зале Волгоградской филармонии, в Триумфальном зале музея панорамы «Сталинградская битва» и в концертном зале Волгоградской консерватории имени Серебрякова. А первый день фестиваля не просто удался. Зрители долго не отпускали музыкантов, ведь эту встречу они ждали давно. Тембры звука, сочетание звука, вот эти вещи меня более всего в музыке привлекают, восхищают, заставляют, там мурашки иногда по коже бегут, вот от каких-то сочетаний, может быть, несочетаемых звуков, инструментов. Реминорный концерт, он несколько эклектичен, там присутствует все. Там и романтика, и мелодия, и фортепианные так называемые фишки, когда то есть само содержание подменяется техническим исполнением. И это очень забавляет, но в то же время это было бы не Рахманинов, потому что Рахманинов, прежде всего, был пианист. В музыкальной палитре фестиваля каждый слушатель обязательно найдет для себя именно ту музыку, которая будет созвучна его настроению и душе. Татьяна Крючкова, Игорь Ратковский, телеканал «Волгоград-1».